ехал. Тут не хилы нужно, тут тебе прятаться. Здорово. Привет. Поздоровался. Мус у нас забирает. Хитя. Сука. Тань, ну просто же страшно. Танчу, короче. Да, танчи эту. Алле, царь, громче сделай. Алло, говорю, ты ВКонтакте есть? Я? Да. Да. Это, я просто что хочу сказать, я сейчас прилягу, потому что ты не ебал. Вот тебе, вот тебе танк Фурик, ебать. Ты мне скинь контакт туда. Сейчас скину. Просто, блин, сижу вообще такая. Так ты вообще можешь уснуть, не проснешься. Не, когда сообщение придет, я услышу. Ну, какой-нибудь плюс на чи, и я пойму. Да что-то. Иди лучше на воронки, тут сейчас воронки падают. Да на сайт, ну. О, я бутилированное хаотическое зелье энергии поднял, две штуки. Моса, один отхилишь, если в танк спекнусь? Да, не щит сильно. Ладно. Давай, Ромка, чё? Так, ой, ну за маленько. Вдвоём они чё-то. А, зато, по-моему, ФК. Или нет? Нет. Он зарядил Серёжку. Всё как положено. Видишь? Говорит, да. Короче, я эту одну забираю, ты тех наверху. Не, то Ромка тебе помогает. Ромка, давай, я тебе помогаю. Туда стоим. Кого там мне забирать? Короче, череп мой, твои те двое будут. Хорошо, то где-то в стороне, да, держать их. Главное, рядом с черепом. Держи и все. Понял. Ниже, спускай своего. Давай сюда, прям к нам, да. Мне кот может найти, все остальные идут на него. Сейчас еще Шулик будет, 271 гильдию идет. Че се? Гильдии Глобал, блядь. Саджира, лучше отойди от него. Давай. Он еще мог бы. Хорош. Давай там. Что-то это самое. Центурион теряется. Надо убить кого-то. Центурионов до хера, они же все вертушки путят. Да пусть крутят, я тут подожду. Лена, уходи. Хорош. А чего они распались? Кто распались? Лобал. Ну, может распались.
Какой спор? Сущий глаз. Ну его нафиг, Сатурн. Теперь говорит, понял. Все вары поняли, блядь. Не, на них ничего не работает. А кому экзамен дал туда? Когда он крутился, он нихуя не нанес. Фир, по-моему, работает на них. Ну, ну-ка, лок, да, верни. Только фир работает. Центрион нас. А Дизара? О, видишь. Значит, каст можно фир. Дизар, не знаю. Не знаю, не знаю. Нет, это, блядь, магический вихрь. Как вам Дизарм тут поможет? Когда меня убило, там было две, короче. А топора вихрь, еще магическая пытка раз, какая-то хуйня меня. Вот. И центурионы крутятся. Центурионы крутятся, остальные нет. Там еще есть один какой-то рыцарь крови или еще кто-то, не помню. Который крутит вихрь именно. А, нет, ну, не да, рыцарь крови. Берсерк какой-то там. Короче, я кому-то дал дизайн, он нихуя не носил. Маршал, да. Самый высокий, короче. Не действует на центуриона фир. Только что же это. Ого. Опа. Только что дал этот и нихуя. Кто, кстати, сейчас в очереди на ворон? Не знаю, Шредер, я в ДБ потом кидаю. На зум. Это трэш тут перед келем, да? Да, Ромка, спекайся в ДД, я в танк. Не, сейчас слишком мало. А сколько там воронок надо один кусок отглядеть? Три воронки. Пиздец. На один кусок три воронки. Угу. Три только? Блять, какой ну, что значит, такой только? Я тут. Да я себе считал 8, блять. Это получается, блять, если в гильдии покупать, это 18к на одну шмотку. Ну, скажем так, грубо говоря, 20к. Резните фэлшоп. Чё спим? Воронки уходят только по приоритету на шмотки Т5. На метасокеты пока они не уходят. В иллюжнах знаете, как их отдают? По 100 гп, короче. По ПРу. Тоже неплохо, ну, кстати. Но это если на наши цифры перевести. Вот у них Т5 стоит 500, а 500 этот делитель ГПшник, который не сбрасывается, а у нас 1000. Ну и если примерно на наши перевести ГП, это будет 200 ГП воронка. Ну 200-250. Ну, кстати, если не хочешь кого-то брать, то неплохо. Хило готово. Так, хило готово. А ну, проверим. Давай я всех заберу, а ты этого Центуриона. Да, да, давай, тебе уже сказали, Энхи в Т5 хуже дамажит, чем в Т10. Получается один слаг на Синдре минус воронку у тебя. Хе-хе, изи. Ну, может кого-то к нам подведете на. Там эти бонусы ДПН, блядь. Спальтис там. Еще. Шарль, дай, пожалуйста, кулачки по вару. А он здесь?
наносимый урон выбросом лавы на 45% после 80%. Это у него есть такой удар, который он бьёшь, когда дышишь. Выброс лавы — это выброс лавы, это каст. Он уменьшается на 40%, то есть он минус. Ты от 4 смотришь, а не от 2. Скипание лавы. А он же все равно... Вот опять же на Энх и на Форд говорит. Он чуть-чуть, вот прям вот, наверное, на 1000, может быть, на 1500 ДПС возрастет, чем 2Т4, 2Т10. Ну, я так считаю. Ну, так люди говорили, 2 или 3 человека, кто тестили, они примерно все, в общем, так заключили. Для Т5, 10. Смотри, если там правильно пишет этот вскипание лавы, 2250 плюс 1.8 этапа, а в Radio Enco где-то около 9-10 тысяч апов, блять, она, ну, под бафом. То она уебет 20 тысяч. Ну вот, да. 20 тысяч уебет эта хуйня. Ну это еще осмотр зависит, насколько одет. А 2Т10 увеличивает весь наносимый урон на 15 секунд, на 12% или на 10. Да, и только когда раз. Ты сделаешь, да, раз в минуту. Раз в минуту, на 15 секунд. Вот смотри, сколько увеличений на 15 секунд, сколько на 15%? 12, что ли, по-моему. На 12, вот, ну так, вот, так. Если он дает 20 тысяч, то это 2,4, ну, короче, 2400 ДПС на 15 секунд. В сумме это 30 тысяч урона, считай, да, там 30. За минуту. Только если что, в первой очереди идет Шнайдер, потом Казум. Там же все считается, угу. Щит молнии, язык пламени. Ну, я тебе про это говорю, а здесь он просто с одного скилла нанесет 22 тысячи урона с двух этих сетов, блять, которые раз, сколько, 8 секунд или 6 там? Скипание лавы. Это с учетом того, если оно правильно написано и правильно пашет. Ну да, да. Ну я читал на форуме, короче, чуть-чуть прибавил. Ну это было, наверное, дней 5. Спальни диспетчер, отходи дальше. Где лут? Мгновенный выброс лавы ты еще получаешь, который увеличен на 180%. Без оружия водоворот. Не, не, это опять жесткая, жесткая, ребят. Если она работает так, как написано, это пиздец. На тебе ответственного забирай. Я не вижу. Сомалийского прохилили. Я не вижу тебя. У меня пишет, что с победного ража 1800% дамага, на самом деле наносится 295%. Ну нет, смотри, у тебя в описании самого. В шмотке самого. Написано, да, но в бафе написано другое. Ну вот, а я тебе говорю про то, что у него на шмотке это написано 2250 плюс 1.8 атапа. То есть понял, да? Он будет бить этим скиллом 20 тысяч урона. Плюс тут еще зависит от его апа, скорее всего будет еще увеличиться первый дамаг, это 2.10. То есть, возможно, он будет бить больше. И если он не критует при этом. То есть, если он критует, это будет 40 тысяч. Со вскипания лавы. Понимаешь, да? А это еще стакает ему выброс лавы, который будет мгновенный. Увеличен на 180%. Да? Без оружия водоворота. То есть, рука СН как бы делать? Оружие водоворота сливать, блядь, на... Не выброс лавы, там другой скилл, какую-нибудь молнию. А потом выброс лавы с этим хуя. Оружие у него, ой, под водорода мне стакается. Ну, вот, еще лучше, тем более. Он будет молнию давать, и потом после нее сразу выброс славы, это ебанутый на 180% мгновенный, да, то же самое, что считай с оружием водорода с 5 стаками. После чего он дает просто удар бури, возможно, если у него нормальная хоста, будет опять откдешиваться в отворот, он опять ебанет молнию. Да, привет, СПД Энхи, реально. Так они в Т4 фу были, СПД. Это понятно, просто прикол в том, что он даже с двумя Т5 кусками и с двумя Т4 будет давать ДПС в 100 раз больше. Ну, мне кто-то, по-моему, даже и маргинал говорил, что энки с двумя Т5 дают там 20 царик плюс-минус. Да, так и должно быть. Скипание лавы, по идее, нихуя наносит. А с этим Т5 он будет наносить по 25 тысяч урона, считай. Если он не критует, еще есть критует. Это не вскипание. Вскипание, посмотри. Нет, вскипание лавы активирует стихийный удар, который наносит. Понимаешь, в чем прикол? Вскипание лавы тоже наносит урон, понимаешь? Оно будет активировать вот эту хуйню, которая будет бить. Это если без учета крита. Вскипание лавы — это обычный скилл.
который юзается только в дырке в ротации. А с этой хуйней он будет вообще по КД идти после удара будет. Это не самовский плане лава будет, но если наносить активированный скилл стихийный удар этот урон. Это будет как пассивка, как у него с этого, блядь. Я понял, удар я будет. Говорю, это не сам скипание лавы. Да, а еще плюс урон скипания лавы здесь, понял, в чем прикол? Оно будет активировать этот эффект, то есть ты делаешь скипание лавы, и сверху вот эта хуйня бьет. То же самое, как удар будет, вот два удара твоих делать, и сверху какая-то хуйня. Один хрен Элем будет сильнее. Не, рукастый Энх, в принципе, может догонять реально. Но это нужно очень сильно задонатить. Ну как минимум, я зову хаос. Да, это не хватит. Энх дамажит только у меня. Он очень сильно одет, потому что у него вообще все, что есть, дает ему баб. И от баб он получает еще дополнительный баб, и от интеллекта получает баб. Энху очень сильно нужен гир, и этот чел даже на актуале, если ты, блядь, не фуловый, не 6.5, то поднимусь на бан, и тебя вообще не понимаю. Еще вижу на бан на 5%. Ну, желательно, да. И сила, и интеллект, и интеллект, да, он скалируется очень жестко, Энху. Это самый скалирующийся вообще класс в этой игре. Поэтому если... Вот у меня был ПСМ, а здесь... Он баф тебе имеешь в виду? Да, вообще без баф. 1053. Ты забываешь про то, что НХ сам свой баф 10%. Так не считается, поэтому считается всегда в рейде. Без рейда у таких класс, как НХ, ты должен учитывать 10% баф, кто самый сильный баф. А он ему дает еще больше, и этот процент должен считать еще сильнее. Все бафы полезные. Все бафы полезные. Но Энх, если он не одетый, то и так. А есть тут какая-то жесткая хавка на силу? Очень сильно. Это да? У меня кулинарки даже нет. Ну, все делайте еду на силу этим, блять, вар. Ну, именно варом она апает, потому что ты кажется, что она апает, там силу заклинания рыбы, которые их апают. Так это ретрика вообще 125% получает усилие. На поле, кстати, а ну еще вип. Ну, от вип твоя зависит, да, я. Чисто свой стандарт, только 130, а эфика 125. Ну, мне же не спорили, что есть 22-23 человека. Так, сейчас сколько их по картине? Так, типа, скажите. Выдаю свой чат. Хорошо. Давай со мной шаг, я и протяжек выберу. И чем меньше, тем больше людей в контроле уходит. Ну, жадно, и то, что найдет час. Я тебе что сделаю? Ты 12 окон зайдешь? Хорош. Вот, видел, я написал, сколько апа даст это еда, фу. Наконец свою кулинарку. Кулинарку. Единственный большой минус этих СПДНхов то, что они на перебежках, на каких-то движущихся боссов, они пиздец как много ДПС теряют. Нет, а Энх всегда так терял. Энх всегда терял из-за своей мобильности эту хуйню. Здесь еще проблема больше не в этом, а в том, что волков нельзя. Ты должен через макросы здесь энком играть вообще, если без макросов, то убить. Ой, да волки, это вообще ужас. Лучше молнию взять с Элема. Да, да, чем волки еще и баганы здесь, согласен. Это вообще... Ну тут ПВП, поэтому энк мало. Они все сосут из-за этого. И то, что волки... Ты их вызвал это... первые АУЕ, они мертвые. Да, да, они вообще еще бегают, знаешь, медленно как-то, блять. Они должны вообще носиться сквозь... Они здесь иногда бывают такие бегут, как слэш, когда ты жмешь вот так, типа, очень медленно.
Я сам это видел, охуевал с инками арену. Так у Вайда тоже нету этой хавки на 80 силы. Не, Вайд, слышь? Нужен рецепт на 80 силы, ёбаный. А чё, реги есть? Ну, можно будет купить, да. Потому что товаров именно, если чё пошло, вон, тебе даже формулу написали, сколько на апает. То есть на лучшие рыбы, нахуй. На 60 апа, на... даже больше 80 апа. На 50. Того на 60 дает. Ну я тебе посчитал 178, это уже сам. Это конечный выход, 178, а это 228 дает, 50 апа. Ну так это давно известно. Давай разведем их одного, да, забери какого-нибудь. Я вначале это знал, блядь. Сюда пришел и что-то забыл про это. Это же стойка. РПД Центуриона. И за стойки. Мать тогда дает рыбу вообще. А почему ты пишешь 30, когда там 20%? У Фурика 30, каску учитывай всегда. Плюс это еще без випки, без учета. Еще випка у кого-то. У меня 131% получается, випка один. Ну вот, видишь, ты еще получаешь. Так, блять, хули. Тоже больше. Нет. Короче, тебе 230 апа даст эта хуйня. Ну даже 50 апа на халяву, и это дешевле рыбы, да, она стоит какие-то. Вряд ли она дешевле, ну. А что там за реги, я говорю? Да сам порыбачил, да и все. А что за рыба, реги какие, вы можете линкануть хотя бы? Ну, дракопёры. Никого нету. Дракопёры, рыба, ангел. А где ты смотришь? Блядь, я не помню, как она выглядит. Ты понимаешь, в рыбалке вот эти все названия, мне не о чем говорить. Я должен увидеть эту хуйню, чтобы понять, где я ловил. Короче, она в Барейке ловится на этом? А в море? Нет. На айсбергах. А я не помню. Ну, там рецепты где покупаются на улучшенную грила, да? Да. Как сила на 40, а не на 80. Ту слабый, а там сильный есть. Вот. Вот. Мастер, ты не тех бьёшь. Да я, блядь, пока открыл автослот, я не увидел, каких мобов убьют. Вот, он пишет, что закон не повозит. У Нупана, наверное, есть, спроси. Озеро Инду, это какая локация? Какое-то было, где ты ловил. А, это Барейка. Тиндули. Даже... А, нет, это не Барейка, это Драконий Погост. Драконий Погост, вот там, да, есть. Там косяки ее есть. Минус Малис. Нет, дракопёры, рыба, ангел, там это... Никакие не нужны ей косяки, просто ловишь и ловишь. Лучше везде в Носгли, да, в море? Ну, почти. Если ты поймал медузу, то там ее не будет, дракопёры, рыба, ангел. Так, ну чё делать будем? Ярить. Нет, мы про то, что будет выгодно. Да босс убьется, мне кажется. ДПС там хватает, берсы нету. ДПС хватает. Как бы у нас. Берсы нет, тогда давайте. Турбо думает на замену, блядь. Ну а чё, можно я келя потанчить могу. Да, в принципе, нормально. Так, кстати, слышишь, мастер, на моменте, когда ему надо каз сбивать, сначала, я так понял, какой-то щит ему сбить, потому что, да, когда ты собьешь этот щит, он... Короче, да. Смотрите, он кастует, грубо говоря, фаербол. После фаербола он кастует вот этот пиробласт. Чтобы он не кастовал пиробласт, надо... Там, получается, идет 4 фаербола, 5 пиробласт. То есть, если ты сбиваешь фаерболы, не будет вот этого пиробласта кастоваться. А, даже так? Ну, вроде как я заметил, да. Сука, не двое на... Опять сдох один. А вот Шейпер, ну, почему не в рейде, ну? Я не понял, ну. А, ты забрал? Не-не-не, я что делал? Я сначала забрал, потом ты его притянул. Кстати, Лен, а 4-5 на Энха тоже вообще ёбнутая на самом деле.
Да, это нужен был даже не СПДН, скорее всего. Хотя, блядь, видишь, с двумя ты 5 СПДН, заебись. Но тут еще атап. Плюс еще оружие неиста ветра, то есть пробка из 4. Удар будет апаться, еще или стихийный удар вообще в этот вап надо будет забивать. У тебя все камни в силу атаки вбиты. А вот тут видишь, он дает тебе 100% шанс этого. То есть Т5 вообще по-другому будет, там, наверное, вообще все вап надо будет. Почему все ханты сначала мне пишут, задоню Т5, тогда буду идти, блядь, в рейдена? Я ебу, блядь. Ух, сука, конченый. Проклятие. Смотри, 4 Т5, какой у него бонус. Без Т5 рейды не убиваются, вы чё? То есть он будет хуярить, считай, этот стихийный удар, да? У него огненный шок будет тикать, насакивать выброс славы, 4 тика, это будет выброс славы, который будет на 180% сильнее и мгновенный, после чего он делает удар боли после этого выброса лавы, да? Который будет усилен этой хуйней. Эти не тех, раздавака. Метки, алло. Вам что, мастер только шляпан? Хорош. Как говорилось в Сталкере, ничему вы, блядь, не научите. Это в Ведьмаке так говорилось. А, да, это в Ведьмаке. Никак вы, сорян, блядь, не научитесь. Да-да-да. Дайте чувану лут. Походу летает, траву собирает, и шо. Так, короче, вы мне все должны кучу денег и ИП. Я микстурки уже написал. Вы понимаете, что этот человек на данный момент внес 360 тысяч голды в ГБ. Кто? Микстук? Чулан? Это который саппорты делает? Да, это который все бутылки, банки, саппорты. Пиздец, он вам уже. 360 тысяч. Видимо, он получил, пускай отрабатывает, блядь. Бизнесмен. Мастер, это 3 года начислений каждую неделю. 3, Чулан, блядь, будем года. Будем делать, я же тебе говорил. Один анролл берешь, да и все, какой захочешь. Вот, Чулан, как раз селим на гильдии, ты останешься один. Не, я, знаете, сделаем проще. К примеру, убьем лича на следующей неделе, да, упадет какой-нибудь клятвохранитель, и мосе он уже не нужен. Я его просто заберу за какое-то количество этих начислений, и все. Ну да. Да. Никому не будет нужен, а он хотя бы пойдет мне на мишку, на кота и на кота ПВП. На 3 спека сразу. Сколько он хотя бы не пропадет. Сколько ты времени... Просто спишь у меня, сколько-то начислений, и все. Травяной король. Этим занимался лачетом. Теперь он свою... Мастеру нравится умирать. А я пока, блядь, базарил, мне надо кнопку еще нажимать, сука. Дальше не успеваю убегать, блядь. Вот куда у мастера вся колда уходит. Не на полиролике, а на починку. Не, у меня голда просто не прибавляется никак. Мастер, где мои деньги? Блядь, он помнит. Я пошел там. Синху, я помню, блядь. Подожди, а сколько он тебе должен? Осталось 5000. Почем эти воронки сейчас стоят? Ты раздавака не пизди. Я тебе бабки вернул. На. Мне даже скинь. Не, слава богам, долги близятся к нулю. Ура. Мне пришлось все ОД нахуй сливать, чтобы, блядь, тебе долг отдать.
Не, я больше, мастер, беспокоился за то, что я большое количество голды даю людям, и ничего не происходит. И админы такие: так, какой-то чулан дает голду людишкам, возможно, он ее продает. А может, мы ему влепим перманент, блядь? А заодно и тем людям, которые он им дал. Я больше за это беспокоился, чем за то, что вы мне отдаете. Ну, за какое время? Делать так, давай, наук, пусть какое-то говно выкладывает, ты его покупаешь. На 5% для проебывания. Да, комиссия. Да, комиссия с ГБ, когда снимаешь? Не, не с ГБ, а с АУКами. Я имею в виду в ГБ, он же может кидать просто в ГБ, и ты будешь забирать. Все. Надо разрешение на это. А у кого этот? Да, пока нет таких сумм, да и последнюю сумму, которую я давал, очень быстро вернули. Поэтому... Так... Больше 80к голды я еще не давал в долг, так что... За сколько воронку отдавать Шреддеру? Почем они сейчас? 6к. Шреддер слышал, 6к. 11500 я смотрел, только что. Тайло. Ну, блядь, чулан, на. Все, 6к он забрал. Да, за передачу можешь забанить. Как нехуй делать. Типа, он там продаешь и пиздец. Поэтому что? Правильно, надо голду переправлять в воронки, а потом воронки продавать за реально. А, типа за эти итемы, чтобы не давал, не банят? Хоть ты я дашь не знаю, тысячу... банят ли. Они, походу, только за голду банят. Или подозрительные транзакции. А если на шмотку обмен? Это ж, по-моему, не запрещено правилами. Типа, шмот за голду продавать. Шамастер, чё с рейдом поп делать? Да надо пугов-то добрать, я не знаю. 14 минут, если хотя бы двое человек не находится, то делаем рой и идем куда-то. И груль магик на. Просто это выгодно, когда идут скидки. Виклик, да? Когда да, нет виклик, скидок, не очень выгодно. Хорош. Ты у всех квест обновился почему-то в среду? Да, да. На ходу, да? А то я в 8 утра зашел и не понял, почему мне квест дали. К Мосса, скидки на все в магазине. На все в магазине, Мосса, на все. И на воронке в том числе. Даже на этот походу нет, на поставки вроде бы не. Поставки не будет. Это поставки. А когда скидки? С пятницы по... Пятницу. Ждите поставки около 5-7 дней, это на Новый год, не раньше. Что, еще мага делать тут, что ли, блин? Что, поставки? Ну это быстрый старт, сколько будет стоить? Рублей 350, что ли, получается? 39. 80% скидки. 39. 80% скидки. Ого, 80%. А быстрый старт. А, это сколько? Быстрый старт. И... Это будет 390 рублей. Давай, чуланы, эти сделаю быстро, ставим до 50 голды, ёбаный урод. Вот где-то 400 рублей. Я тебе базарю, мне даже не лень нахуй следить писового ретрика на быстрый старт. Давай-давай, соглашайся. Для турбо уже один плюс категория, просто жесть. Так у него было 2 недели назад, уже накоплено кристаллов на плюс. 2 недели назад. Да, да, я помню, у меня в личке линкало. А когда эти все месяц делали, что потом? Значит, я во времени путаюсь. Есть вопрос, а когда эти все плюсы сделал? То все, пиздец, молодец. Прошел игру. Даже если ты сделаешь сейчас все плюсы, нет босса на вне категории. Так что сидишь и ждешь. Ждешь. А что дальше будет? Ехать. Когда она закончится? Кстати, босса недавно... вне категории?
типа, нет, есть босса вне категории, он не сделан, да. Он просто не сделан. 7 плюсов там. А, на X10 было, короче, выше первой категории, да? Бать, даже у Шарбра есть. Они типа хотят сделать его там чуть ли не типа супер-мега, короче, всех боссов этого босса, чтобы там был вообще пиздец полный. То есть веселямбус, то есть не просто пойти убить босса, а чуть ли не квестовая цепочка через боссов, боссов, боссов и какая-то такая хуйня. Ну, короче, типа, чтоб вообще пиздец заебался ты это делать. 3 шема собрать, короче, 4 посоха, ебать. Ну, типа, собрать толпу в 60 человек, убить одного босса, потом тебе открывается квест на следующего, потом... И вот в конце будет вот эта вот хуйня дикая, блядь, которая... В ней будет все боссы боссов боссов, блядь. Ну, там просто косарь человек надо будет собрать. Или типа того. А, всех будет охладать? Не, на самом деле там будет не косарь человек, ну, в смысле, явно не два рейда где-нибудь, 3, но, блядь, чтобы дойти до него, надо будет, типа, заебаться. И алики там. И на 10%. И алики там ждут, да. Хорош. Пидоры такие, да, блядь? Ну, вара уже не будет, потому что сколько у вас людей на очередь, на сколько? Я говорю, 8, говорит, о, много, и больше не отписывает. У босса будет лям хп. В этой очереди у вас на шем на осколки кучу миликов. Из РДД только я там один. Вообще-то нет. Там и шарпесту. Почему Джованни тоже? Ну, в каких местах? На десятых? Шарпистулу надо с очереди удалять, а Авинар надо удалять с очереди. Шарпистула чё? А где он нахуй на РТ пропадает? Я не понял. Он зайдёт, когда мы на этого пойдем. Где ему трыня нужна, он туда зайдет. Ну он только заходит на одного босса, потом сразу идёт себе и пей-оффает. Не, нихуя, такая хуйня не пойдет. Да не, он же сказал, что спать пошел. Надо спросить у него. Вот могу поспорить, когда придет очередь собирать осколки, он спать не пойдет так же, как и вот Шейпер. Который сейчас на око, блядь, не идет, но в онлайн не сидел. Вот, сиди дальше опять онлайн. Ну так кинем у пати. Так я кидал пати. Оказывается, может он на работу идет через... У него вторая он смена. Он хотя бы отписал, нихуя не пишет. Я ему в прям... Ну, это не знаю. Да один Шейпер нам роли не сыграет, у нас хилов нету. Это просто, если что, на шамана говорил, зайдет. Туда еще один. Вон на шамана, смотри, танки нужны будут. Есть танки у нас. 4 хила, 3 танка. Хватит ли ДДшников заливать? Да, феникса. Что за тактика здесь, хоть скажите. Давай. Что стоим? Да, ну... Там видео Вайда посмотришь. Главное, там, где там есть, одновременно есть свечится. Да. Все, там... если есть видео, да, я видел. Линка низ куда. Общий или где там он есть. Ты вот делал где отдельное его? Видео на убийство Кейли или нет? Нет, вроде там вместе они. А, похуй, ссылку, есть ссылка? У меня на канале там, открой канал. Бля, заебись, я же знаю, пока. Линкани. Там открываешь, и там будет видео на главной странице. Ты скинул, да, уже? Да, скинул, подожди, какой чат. Короче, там... Неужели карточка покидает гильдию? У-ху-ху. Когда она покинула? Вышла. 2 часа назад. Без ура, блядь. Карочка, да хули, она не ходит никуда, блядь. А, блядь. Тебя можно шмазать, блядь, типа ход. Хорош. Чё это за Guardians of Freedom? Кто это? Свобода от Тосла. Где? Подожди, а ты Слава Орлов, да? Да. Ну все, нашел эти. А чё я про первый раз о них слышу, но у них уже прогресс, блядь, нахуй. А Ромастер он туда ливнул, нихуя себе. Ну, у нас-то он Т5 забрал, что ему тут делать-то?
Так, Коли блядь, это ты 5 хуйня на фантук. Вот токен, где 4 класса, там пиздец. Да, это, блядь, конечно, просто жесть сделали. Его за 200 тысяч надо пугом продавать. Ну, может быть, введут его за ОД, действительно. Я да не бред, знаю. Мне кажется, не введут вообще никак. Ну, на X10 я смотрел, оно стоит у продавцов по 30 косарей за один токен. Не, это дешевая присадка. Если 1060-70, то это нормально. На X10 это на T11 стоит токен. Один сильнее, чем T5? Относительно. Там для кого как, да? Бонус там вообще пиздатый, по сути. Ну да. Ой, блядь. Ну чё, ещё ждём 5 минут, никто не заходит, тогда делаем ро и собираем куда-то. Один босс, который реально на 15 минут, да, вот. А чё так? У которого берсы нету. У него же берсы нет, давайте так. Да не убьём. Да не убьём. Да не убьём, мы не успеваем фениксов убивать. Ой. Да фениксы это ладно. В контроле сейчас возьмёт, блин, танков и всё. Все обосремся. Не, Келли убивать в минус 4. Если бы минус 1 хотя бы было. В 24 мы убивали. А такое количество мы не убьем. Если бы у каждого по 40 КДПС было, то еще ладно. А гоф своей гильдой съебемся на катаклизме. На циркуль, блядь. Да не, я лучше тогда вообще на вов собью. 23 числа открывается новый этот, да, сервак на катаклизм, ёбаный уже. Это говно. Наркоман. Блять, какой бы так гильдии предложить, давайте к нам, да и все. Просто жесть какая-то. Господи, что вы ожидали? Да пронос, блин, какого-то топаного... Келли, конечно, много народу не придет. Да, хорошо, что мы хотя бы вчера Вайшу убили, блядь. Это всего лишь игру Т5 падает. Хуйня, Келли, говно с него падает всякое. О, крутак нужен. Не факт, что они ее заберут, понимаешь? Поэтому и не идут. Поэтому, походу, надо делать скрытые РТ. Я не знаю, чем надо делать. Как так скрытый РТ? Снимать трусы и просто. Ну, типа не говорить, какой рейд будет, а просто время. И писать РТ и все. Скрытый РТ называется. Приходят, а потом люди уже орал решают, куда идти. Ну, все. Нормально. Потом люди скажут: о, я пришел на РС 25 гер, а вы пошли на Келе, сука, и офнуться. Дашь ему ЕП за то, что он пришел, а у него КД. Нет. Господи, делов-то. Могут так поприходить и говорить: у меня категории нету, у меня там. Ну это и... их проблема. Потом с этих людей отсортируется рейтинг. Проблема тут лишь в одном. У тех, кого нет третикаты, к примеру, пришли на 25 норму, а тут Кель. Ну, или типа того. Вот, за них чуть-чуть чутка будет обидно, а не потому, что будет неделю сидеть и ждать 25 нормы. Рейд придет, если увидит ДРЛ, что у нас есть, блядь, хватает, на, например, на ОКО ЗС, тогда, блядь, ведется ЗС либо ОКО, блядь. Видишь, что собирается рейд только на 25 хм СЛК, собирается СЛК 25 хм. Видишь, что рейд согласен только для РБК, нахуй, идут, блядь, в РЛК, блядь. И она тоже права, да, правильно, тоже есть такое. Ты знаешь, что тебя точно не будет, учитывая, что ты посменно работаешь, как Лена. Идешь в рейд, вешаешь КД, потому что тебе надо какая-то вещь, а с гильдии ты не сможешь сходить. Правильно, да, Лен. Ты тоже права. А я баклажан.
Смотри, в этом никто не сомневался. Даже на толику? Ну чё, мастер, расходимся туда? Сделаем следующим образом. Начисляет, да и всё. Чё, срез сделаешь? Подожди, нахуй, схуяли, подожди. Всем показалось, что только 300 ЕП дало? Да. Да. Ну, да. А сколько должно быть? Какого хуя? Понял. Хотел 3000 дать? Полтора хотел дать, всё. Пришли, пришли, кто не пришел, сами виноваты, блядь. Так и будет делать. Полтора часа просидели, да. Босс, который бьётся за... Там воронку-то хоть вывели с трэша или типа того? Да, Шреддеру дали. Одна воронка и одна... Хорошо уже, мне просто так сказать. Так, ребята, кто хочет, там, твинками ещё...